Всем привет, с вами Ништярик, и продолжаем проходить игру GTA San Andreas, и миссия сегодня... Деконструкция называется. Ага. Ну, здесь нужно уничтожить вот эти вот... домики, скажем. А для того, чтобы уничтожить эти домики, нужно сесть в этот фургон. Тут возле некоторых домиков есть бочки, поэтому я все-таки предпочту немножечко... немножко пострелять. Ну блин, у меня только гранатомет что ли есть. Да, черт, меня просто выкинули. Ну да ладно. Так, вот эти строители мешаются, а блин, что-то пушку у меня нету. Пускай они немного побегают за мной. Нет, 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 только не ты. Да, пускай они побегают. Там побудут немного. Я по-быренькому возьму машину и свалю. Блин, ой, как неудобно этой машиной управлять. Черт. Скинул меня этот гаденыш. Отвали, чувак, отвали. Еще три домика осталось. Главное еще следить за тем, чтобы возле этих домиков не было бочек, иначе можно из себя взорвать. Так, вижу, возле этого домика есть бочка. Бочки. Возле этого нету. Так, теперь этот просто гранатометиком. Так, теперь этого чувака нужно в цементе. Ну, туалет вместе с ним. Туалет туда запихнуть и, скажем, похоронить заживо. Так. Конечно же, эти вот ребята мне будут мешать. Так, за мной бегут строители вражеские. Ага. В принципе, этого чувака я скинул, поэтому их можно особо-то не бояться. Хотя, блин, меня скинули. Да, игра баганная, можно просто, если бежать, упираясь в машину, ее можно толкать. Это, конечно, странно, но с другой стороны, даже выгодно. Да отвали ты от меня, уже достал. Блин. Блин, ну чё, где заставка? Уф, наконец-то. Вот и все. Захоронили чувака заживо. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.